Бюджет пополнился на 20,9 миллиона рублей за счет краевых средств. Также порядка 13,5 миллионов удалось сэкономить за счет перераспределения и конкурсных процедур. Общая сумма около 34 миллионов рублей пойдет на нужды образовательных учреждений, в том числе ремонт, благоустройство, закупку продуктов питания. В бюджет 2017 года мы вносим изменения в части увеличения средств краевого бюджета на 20 983 тысячи рублей. На обеспечение государственной гарантии на получение образования в общеобразовательных организациях, на выплату ежемесячных денежных средств содержания детей-сирот и выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям.